Всем привет. Утро, добричко. Добричко. Че ловить-то будешь? Рыба. Какая? Не знаю. Говорят, щука и окунь. О, не сила тебе. А там посмотрим. Поймаешь? Наверное. Первый раз на рыбалке, правда. Воблеры какие-то хитрые. Что с ними делать надо? Я не знаю. Ладно, что-нибудь придумаем. Зверье какое-то разнокалиберное. Пятнистое, непонятное. Ну, вот там срач нас. Хлама у нас там сзади всякого разного. Приехали. Порыбачить приехали. Вот я тут тоже взял себе воблеров. Ну, про машинки, про всякие. Вон мои воблеры. Всякие разные. Не заразные. Щука, окунь, окунь, щука. Вот так вот. Нормально. Я просто не знаю. Вот. Короче, на этом мы будем ловить. Смотри, там грусть летит, блядь. Че? Говорю, грусть летит. Погода айс, не айс. Ну, нафиг, только-только дождик кончился. В лодке у нас, блядь, по колено воды, блядь. Это все вообще классно. Такая вот рыбалка. Такая вот, вот такая. Клевая. Да? Здесь. Поймал что, нет? Нет. А ты? Да я тоже нифига. Будем ловить-то дальше, нет? Вот, я обрыбился. А тебя как? Пока ноль. Вот на такую прикольную штуку. Поймал вот этого щупарика. По крайней мере, я обрыбился. Я поймал рыбу. Вода ледяная. О. Да. Погода. Ужас. Чё клюет? Права. Погода жесть. Дрейфуем. Чего у тебя там? Как-то запуталось, блядь, как? Зато погода вон какая. Там радуга такая здоровая. Жесть. Че, давай яшку выбирай. Запуталась? Да я не знаю, как. Все? Почти. Что ловить-то будешь? Ну, уже ничего. А все уже, да? Поехали тогда. Да?